Добрий вечір, шановні колеги. Ми починаємо післяматчеву прес-конференцію Київського Динамо. Головний тренер команди Олександр Паскевич відповість на ваші запитання. І Володимир допоможе спілкуватися з іноземними колегами, якщо вони тут є. Добрий вечір. Cominciamo la nostra conferenza stampa con Олександр Паскевич, allenatore del Динамо Київ. Che potrà rispondere alle vostre domande. Тоді, будь ласка, ваші запитання до головного тренера Динамо. Per favore, potete fare Спорт Експрес, будь ласка. Олександр Павлович, а що з кадром? Ну, добрий вечір. Достаточно такое тяжелое повреждение. Даже по той динамике, которая была у него, чувствовал щелчок в задней мышце, так что здесь на какой период времени он выбыл, я не знаю, но это достаточно серьезно. Прошу вас тут запитание. Non abbiamo giornalisti italiani in questa sala. Domanda, ma cosa è successo a Kadar? Risposta, è un infortunio abbastanza grave. La dinamica del calcio è così, lui ha sentito un dolore in un muscolo indietro e lo vedremo. Рівне вечір'я, Микола Несенюк. Коли тут травмувався кадр, у вас був вибір, кого поставити, чи Шабанова, чи Хачеріді. Чому ви вибрали Хачеріді? Шабанова. Ну, изначально я должен был выходить Хачеріді, но Женя сказал, что он левого центрального защитника сыграть не может. Ma dopo il caso Kadar doveva entrare Caceridi, invece è entrato in gioco Shabanov perché si programmava la partecipazione di Caceridi, ma lui ha detto che non giocherà come difensore sinistro. Прошу, наступне запитання у кого? Будь ласка. Александр Николаевич, добрый вечер. Извините, может быть, за не такой приятный вопрос. Скажите, показал, что с первых минут команда вышла с определенной дрожью в коленках, прижалась к своим воротам, и это стало следствием первого пропущенного мяча. Слишком много позволили итальянцам на первых минутах. Вы согласны со мной или нет? Ну, на самом деле, исходя из состава, мы тоже предполагали, ребята нам сказали, что будет агрессивное начало команды соперника. Мы очень низко сели, я с вами согласен полностью, отдали инициативу. Контр-игры никакой не было, выхода из обороны не было, но все-таки верим, что мы этот натиск где-то сдержали, но пропустили мы после стандартов. Так что здесь где-то какая-то боязнь, начало игры, ну, не хватило, может быть, на самом деле, опыта такого, да, именно международных игр, потому что я говорю, что у нас очень мало таких игр в чемпионате. Domanda, chiedo scusa, però ci è sembrato che all'inizio c'era un po' di tremore nei gomiti dei vostri giocatori perché hanno ceduto l'iniziativa proprio a partire dai primi minuti, ma cosa sarà successo? Domanda, in parte è vero, sì, l'iniziativa si può dire che l'abbiamo ceduta dopo, siamo riusciti ad arrangiarci in un certo modo, però il primo gol è stato il risultato di una posizione standard. Lazio che vi ha fatto male soprattutto anche sui calci piazzati. La Dinamo Kiev è una squadra molto fisica, una squadra che ha sempre manifestato anche a livello difensivo qualità da quel punto di vista. Come mai così in difficoltà una Lazio che ha preparato bene evidentemente la partita anche da quel punto di vista è saputo farvi male sui calci piazzati? Ну, все-таки відомо, що команда Лаціо, вона нерідко грає від оборони і вміє добре захищатися, але чому вийшло, що в цьому матчі якось все було навпаки, що ви дозволили грати в якусь іншу гру своєму суперникові? Ну, я можу сказати, що все-таки рівень футболістів команди Лаціо намного вищий, ніж рівень наших ігроків, і тут це треба признати.
Говорю, что нам не хватило на поле именно опытных футболистов в середине поля, в опорной зоне. Так что здесь мы полностью, особенно первые минуты, мы провалили игру, но постепенно да, мы и владели мячом, но говорим, что класс футболистов на сегодняшний день выше у команды Лацио. Cosa vi posso dire? Devo riconoscere che alla fin fine il livello, la Lazio come livello è più alta della Dinamo, è un fatto. Ai nostri giocatori ancora manca un bel po' di esperienza, perciò i primi minuti sono stati proprio un fiasco. Cioè cerchiamo di migliorare, cercheremo di migliorare, ma per adesso purtroppo è così. Будь ласка, є запитання? Прошу. Динамо дошло до 1/8 финала Лиги Европы и вылетело от достаточно сильного соперника. Как вы в целом оцените еврокубковую кампанию? Довольны ли вы выступлением в Лиге Европы? Ну, конечно, нам тоже хотелось пройти дальше, но не получилось, к сожалению. Я ребят поблагодарил за то время, когда мы участвовали в Лиге Европы. Нам особо там уже и расстраиваться времени некогда, потому что у нас сейчас ну, тоже достаточно тяжелая игра будет в воскресенье перед паузой сборной. Так что я ребят поблагодарил и сказал, что только в таких играх можно увидеть класс наших футболистов. И я им еще раз могу сказать и здесь публично, что им огромное большое спасибо. Domanda, comunque malgrado il risultato può dire che grosso modo è contento delle prestazioni dei suoi giocatori in questa Lega, in questa Europa League? Risposta, cosa posso dire io? Io ho ringraziato i ragazzi per il loro sforzo, per il gioco. Il risultato si sa qual è, però non abbiamo tempo da perdere, dobbiamo pensare al futuro perché ci aspettano altri giochi importanti anche la domenica prossima e dobbiamo affrontarli con tutta la serietà dovuta. Voi cercate le domande, так? Тоді всім спасибі.